Вот. Сегодня воскресенье, воскресная рыбалочка. С первого же заброса на новый воблерочек. Косодака, маскот. Поймали вот такого щуренка. Так вот. Вот такой вот он браток. Такую рапалу. Есть, есть, есть. На паузе. На рапалу. Оригинально. Что-то хорошее клюнуло. Вот, это уже поинтереснее. Попалась она, а? Ну, свечку красивую сделала на камеру, а? Ух! Вот. Пробуем что-нибудь другое. Давайте вот такого вот китайца. Злой какой-то китаец. Такой ничего. Это не получалось у меня на него половить. Потому что я на него просто не ловил. Попробуем, что он может. Ну, вот он тонущий. Игра у него сумасшедшая. Есть! Есть! Китайца обловили! Ух ты, как! Китайца мы этого обловили! Причем она взяла-то как-то спереди за него. Вот! Тихо. Братан, я сегодня, извини, жене обещал рыбу. Блядь, да иди ты сюда, дура. Вот, на легком дрейфе. На легком дрейфе. Вот он. Китайчик. Практически с первых забросов, что я ловлю на него.
Могу сказать одно, что он по игре, по сравнению с Раполой, отличается. Только тем, что он тонет, а Рапола нейтральная.